При выборе кондиционеров для загородного дома важно определиться с двумя моментами. Выбрать тип внутренних блоков. Настенные они будут, канальные или комбинированные, настенные и канальные. И определиться с количеством наружных блоков. Это может быть один наружный блок, как за моей спиной, и к нему подключается до 64 внутренних блоков. Эта система называется мультизональная или ВРВ-система. Также возможен вариант, когда к одному наружнему подключается один внутренний блок, и тогда у нас на фасаде много наружных блоков. Это обыкновенные сплит-системы. И возможен комбинированный вариант, когда к одному наружному блоку подключается несколько внутренних, допустим, до 3 или до 5. Пульты ко всем кондиционерам могут быть инфракрасные или настенные, такие как этот. А мощности блоков подбирает проектировщик. Оставляйте заявку, и мы подберем вам оптимальную систему кондиционирования для дома.